Генеральный спонсор места происшествия – сеть магазинов автозапчастей для иномарок «Евразия Авто Плюс». Сеть магазинов «Евразия Авто Плюс». Качественные запчасти для вашего надежного автомобиля. Только в августе в джинс-банке каждую неделю джинсовая пятница. Скидки до 50%. Торговые центры «Конкурент», «Олимп», «Сити-центр». Один человек погиб в ДТП в Тужинском районе. Там водитель ВАЗовской 12-й сбил на дороге мужчину. Подробности этого и других дорожных происшествий в рубрике «Обзор аварий». Слово моему коллеге Сергею Пичугину. По информации ГИБДД, авария произошла в понедельник вечером возле села Ныр. 53-летний водитель 12-й не заметил пешехода. Водитель автомобиля ВАЗ-2112 совершил наезд на 43-летнего мужчину, который, по предварительным данным, двигался по краю проезжей части в попутном направлении. В результате пешеход получил тяжелые травмы, с которыми был госпитализирован. Однако спустя несколько часов из больницы поступило сообщение о том, что он скончался. Сейчас по факту смертельного ДТП проводится проверка. Как сообщают в ГИБДД, аварии могло бы и не быть, если бы пешеход шел навстречу движению, а на его одежде были бы светоотражающие элементы. Утром 29 августа в Слободском районе 48-летний водитель Нивы хотел повернуть налево, но врезался в попутный автомобиль ГАЗ. Внедорожник перевернулся, а грузовик опрокинулся на бок. Автомобили получили серьезные повреждения. Из кузова грузового авто высыпались пивные упаковки. В этой аварии травмы получил водитель Нивы. Медики оказали ему помощь. В Арбашском районе на трассе Вятка 32-летний водитель Deo Gentra уснул за рулем и вылетел в кювет. Машина перевернулась. В происшествии пострадали трое. Это сам виновник ДТП, а также два его пассажира. Госпитализация никому не потребовалась. Как стало известно, водитель авто лишен прав. Медики взяли у него кровь для теста на алкоголь. В Малмышском районе столкнулись мотоцикл и «Шевроле Ланос». По данным госавтоинспекции, водитель трехколесного транспорта не осмотрелся перед поворотом налево. В него врезалась попутная иномарка. Итог аварии неутешителен для мотоциклиста. Он получил травмы. Сергей Пичугин, место происшествия.